наш отряд. Главный герб наш Демид. Отправляясь в дальний путь, кеды дома не забудь, потому что весь бесед не добьешься ты побед. Отряд под эпатажным названием «Рваный кет» объединяет ребят, которых считают трудными. Летний отдых они проводят в лагере на базе 14-й школы. Среди его организаторов – правоохранительные органы и комиссия по делам несовершеннолетних. Главный принцип – добровольное участие и насыщенная программа. Игры, лекции, экскурсии. Мы играем в спортивные игры. Играем в игровом клубе. Потом помогаем учителям. Ездим на секции разные, потом ездили в церковь, там нам показывали многое другое. Управляемая демократия. Такой общественный строй царит в лагере. Дети сами выбирают название отряда и командира, вносят предложения по организации отдыха. Есть и свое соцсоревнование. Кто получит больше звезд за хорошее поведение. Система отработана давно. Лагерь действует уже третий год. У нас в школе действует третий год этот отряд, и если в первый год мы очень проблематично с ними работали, они от нас убегали, мы их вылавливали на озере, они не приходили в отряд, мы постоянно работали с их родителями, то сегодня можно сказать, что это сплоченный, дружный коллектив, в котором они учатся слышать, понимать друг друга, они уже управляемые, они слышат педагогов. Управляться с детьми помогают и общественные организации. Результаты совместной работы уже заметны. С начала лета трудные дети совершают гораздо меньше правонарушений, что дает педагогам и правоохранителям повод для оптимизма. Ведь трудное не значит безнадежное.